Привет, друзья! Я Тутта Ларсен. Я работаю телерадиоведущей. Но на самом деле меня зовут Таня Романенко. Я закончила факультет журналистики МГУ. Очень горжусь тем, что моей альма-матер стал именно Московский государственный университет. Во-первых, это самый легендарный вуз в стране, наверное, самый по-прежнему желанный, самый именитый, самый заслуженный, самый старый почти. И, конечно, из стен этого вуза вышло огромное количество талантливых, знаменитых и интересных людей. Не исключение и мой коллега по МГУ Валдис Пельш. Этот замечательный человек решил снять фильм о нашем вузе. Но, разумеется, как всякому большому делу, ему необходима некоторая материальная помощь. Давайте поддержим Валдиса Пельша и его фильм об МГУ. Заходите на сайт planeta.ru в строке поиска, забивайте словосочетание МГУ, и вы попадаете на страничку Валдиса, где и узнаете, что это будет за фильм, как вы можете помочь его появлению на свет. Я очень надеюсь, что в следующем году мы вместе с вами встретимся на премьере. Давайте сделаем фильм об МГУ вместе.